заехал свою грязнулю помыть на топ-лайн. Это 10 километров от Омска. Здесь моет на совесть парень, все ее промывает. Сейчас будет пеной окучивать. Вот. Затем он будет ее снова мыть. Вот ковры достал. Надо полагать. Все тщательно моет. В каждый угол залезет. Везде все чин-чинарем. Замечательно. Тебя как зовут? Как? Стас. Ну скажи, как ты тщательно моешь машину? Я мою на совесть. Правильно, он моет на совесть, берут недорого. Так что добро пожаловать сюда помыться. Очереди нет, замечательно. Заканчиваем на этом.